сейчас. Плак. Хопти. Катаклизм. Ну вот, другое дело. Поставим палатку здесь. Хорошо, что я прихватил с собой 1000 долларов. А, мне нужна палатка. Эта палатка стоит 1000 долларов. Она автоматическая. Смотри. Сбор палатки 3000 начнется через 3, 2, 1. Вау! Вау! Все же здорово. Нет ничего лучше, чем свидание на кемпинге. Ребята, ставьте лайк, если любите кемпинг. Или бы хотели пойти с ночевкой в палатку в лес. Устроим кемпинг лайк. Сколько бы нас было, если бы мы все пошли бы отдыхать в лес с палатками. Давайте, ставьте лайк, а мы пока палатку поставим. Дай палатку. Ой, у меня нету. И как у нас будет кемпинг без палатки? То у меня есть доллар. Ничего себе. Целый доллар? Да. Так что я быстро. В магазин бегу и приду. 2000 years later. Маринет! А, медведь! Это я пришел. Смотри, что купил. Пакеты! Пакеты? Я думал, ты палатку принесешь. Да брось ты эту палатку, это лучше. Еще сдача есть. Сейчас и сделаем палатку. Пошли. Готово! Давай, заходи! Ой. Эдриан, я есть хочу! Да без проблем, за 1000 долларов хоть краба привези. Один момент. Алло? Да, я сюда. И что, в лесу? А за 1000 долларов? 3 минуты, подожди. Отстань, отстань! За меня же уплачено, ты распыляйся! Отстань! Ты мои тут заказывали? Да, да. Он даже не проехал. Чего? Ром уже холодный, не будет. Ты чего холодный? Назад! Назад! Я не хочу! Прошу вас, побуду! Ну что, мы есть будем? Как хорошо, что я с собой лично уже фору взял. Бетти! Бонжур, бонжур! Боже, за 1000 долларов нам приготовить все что угодно. Вкусно! Ребята, пишите в комментариях, какой бы отдых вы выбрали, за 1000 долларов или за 1 доллар. Спорим, они выберут за 1 доллар. Это же природа, тут деньги не нужны. Уйди, маринетка, никому не нужна эта природа. Деньги нужны, да? Давайте пишите в комментариях и проверим, кто из нас прав. Я или это маринетка? Иди давай в свой нищебродский кемпинг. Лука, я есть хочу. Я тоже. Давай лучше себе песню споем. Колбаса, это бывшие лошадки. Не, не помогает. Ну, часть денег мы потратили на пакеты, поэтому... Природа нас накормит. Я сейчас никуда не уходить. На гитару. О, о, нифига себе. О! Так вот. Сейчас наедимся. Смотри, что нашел, Маринет. И волчьи ягоды. Кушай. Кто сорвал мои ягоды? Кто мои ягоды сорвал? Чё? Я не хотел. Ты мои ягоды сорвал. Я не хотел, я не знал, что твои. Я объелась. Теперь хочу попить.
Конечно. Держи. Я весь липкий. Эдриан, ты балда! Ты зачем потрёшь бутылку? Мне кажется, аллергия на пчёл. Блин, у кого, кажется, вода заканчивается. Что? Что? Зачем? Ты зачем мне всё вылила? Блин, я теперь пить хочу. Хорошо, что я купил за $1 три платка. Чем они нам помогут? То есть ты прогуливала все уроки выживания. Смотри. Так, вот, надо построить вот такую конструкцию. Нам нужно 3 палки и 3 платка. Первое, нам нужно нарвать травы и положить вот сюда сверху, на верхний платок. Оп. Так, оп. На второй платок мы насыпем песка. Он у нас есть. Вниз мы положим уголь. Маринет, подай, пожалуйста. Да. Второй. Ой. Сразу надо высыпать. И один стакан поставим вниз. Вот сюда вот. Примерно. А во второй наберем грязной воды. Вот. И налить во фильтр. Вот, чистая вода. Какую же ты у меня умнулка. Класс. А то. 2 hours later. Извини, Маринет, я не знала, что так получится. Дай мне лопух. Нужно разжечь костер. Ты дрова взял? Зачем? Дрова тяжелые. У нас вон... чемодан денег. Они и горят лучше. Ты уж давай не болтай, а на, вот помогай разжечь. Да я же говорю. Эдриан, сынок, мы теперь банкроты. Что? Наши счета все заблокировали. У тебя остались последние налички. Не трать только их. Последние? Что, как вы... Дай! Спасаем деньги! Ай! Блин! Черт! Я сейчас сделаю костер! Да разожгу! Не зря, я был лучшим скаутом! Сейчас! Сейчас! Мои руки! Они горят! Мои руки! Рука, стой! От тебя идет тепло! Я согреюсь! Давай хотя бы здесь заварим! Ну и в общем, я как бы понимаю, что мне не нужна вот эта вот штучка. Маринетка. Хлоя. Девочки, давайте не ругаться. Давайте жить дружно. Давай, моя девушка, не хами, понял? Ты что, будет крашеный ты волосинка? Эй, ребята, кто из вас самый смелый? И попробует дико холодное мороженое! Его даже мерзнет пламя! Кто из вас не трус? Вот дурачки, а. Ага. Чайки! Может, не стоит так быстро есть мороженое? Что? Почему все такие маленькие? Ай, чайка врезалась! Оля, вы меня слышите? Эй, эй! Это что за мороженое было? Эй! Помогите! Очень низкий парень. Госпожа Хлоя, рады видеть вас всегда в нашем VIP-клубе. Проходите. Ого, фигуна, малыш. Клуб нельзя! Вот, встань! Рот свой померяй! Шкет! Вот, смотри! Дорогуш! Нет,
нет, нет! Не переживай, я тебе в игровую отведу, поиграешь там с детьми. Эй, Фон, ты что будешь? Я тебя после танцев заберу. Вот, развлекайся, хорошие девчонки. Давай, малыш, играй. А? Что? Кто там хулиганил? Да? И куда мне пройти надо? А? Сейчас только малыша определю. Девчонки, а где этот? Шкет, меньше у вас тут был. Ай, ладно, потом найду. Привет, давай познакомимся. Эй, я тут! Эй, ты не видишь? Я тут! Я тут в парне. Эй, тебе надо... Эй, парень! Не приставай! Я здесь! Не приставай! О, стоп! Я тут! Познакомимся тут, парень! Нее! Ну все. Откуда здесь на коротышко? Пошел вон отсюда! Хорошо, хорошо. Everybody out in the world, stop messing around. Потанцуем? О! Очень высокий парень. Блин, круто этот туса. Все для тебя, Марина. О-о-о, стоп! Тебе, парень, сюда нельзя! Почему? Он же выше нормы! Ну вот именно выше! Он же всю светомузыку нам пошибает! Не-не, нельзя, а! Не расстраивайся, Лена, сейчас все будет! Парень, отпусти меня! Отними меня! Ты куда? Первый, у нас ЧП! ЧП! Да не, все нормально, у них драки нету! Меня куда вы посадили высоко! Очень низкий парень. Скучно. Хлоя, давай в прятки поиграем. Прятки? Это что-то для бедных, что ли? Да нет же. Я прячусь, а ты ищешь. Будет прикольно, давай же. Ну ладно. Ребят, смотри, какая у меня крутая маска. Она меня в жизни не найдет. Здесь все, иду искать. Какой странный попугай. Марина дурочка. Марина дурочка. Какой хороший попугайчик. Принесло. Очень высокий парень. Ну-ка, давай сыграем в прятки. Кто предложил, тот и будет. Эй! Ладно. Раз, два. Он длинный, я его быстро найду. Три, четыре.
Она в жизни меня здесь не найдет. Эй, кыш! 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 Кыш, говорю! Эй, кыш! А ущипит! Маринет! Мне немного в глаза попало! Принеси салфетки! Лука!